вопросу, я объясню, в чем заключается программа. У нас есть 5 линеечек справа, они зеленые. И есть 5 линеечек слева, они коричневые. Зеленые линеечки относятся к терапевтичному ключу, а коричневые линейки к басовому. Каждая линейка перетекает в клавишу. Допустим, первая линеечка ми, вот она первая линеечка. Вторая линеечка, вторая. Третья, третья. Четвертая, четвертая. Пятая, пятая. Вот. Первая линейка, вторая линейка, третья линейка, четвертая линейка и пятая линейка. Также слева. Первая линейка, вторая линейка, третья линейка, четвертая линейка и пятая линейка. Это заставляет нотный стан. У нас есть желтая фокусная линия. Когда нотки дошли до нее, их нужно играть. Сейчас у нас есть музыкальные герои. Сейчас я их покажу. Гномик. Гномик вагон. Он обозначает, что ноту не додержали, и нужно держать ее дольше. У нас есть герой паучок. Паучок обозначает, что допустили ошибку, и нужно нажать правильную ноту. У нас есть герой бабочка. Бабочка появляется после завершения цикла цветочков. То есть после завершения цикла ноты. Подаешь бабочку, отпускай ноту. Попробуй сыграть только правую руку. Лучка. Да? Смотри на экран и ориентируйся по подсказочкам. Да, вот эту. Редко. Редко.